На площадке впервые за последние две игры Александр Хробостов. Точно. Замена. Замена готовится у московского. Алексей Зорин вместо Курашкина, как я понимаю. Второй штрафной Меликян мимо. На подборе Курашкин. Пол. Пол в спину толкнули Курашкина. Пол Мазуру, да? Замена и там, и там. А нельзя замену. Второй фол у Сережи Мазура. Курашкин мимо штрафной. Второй штрафной мимо, смахивают мяч. Курашкин сохраняет. Дает наверх. Там Меликян. Отыгрывай кольцо! Кольцо где? Меликян. Два очка. Там кто на подборе? Звездов! Бьют Звездова? Нет, не бьют. Играть. Волконский чуть не потерял мяч, отдавливает Звездову. Миша постоит. Конечно. Лёшкин. Здесь у нас Мазур, здесь Волконский. Здесь Милёшкин. Почему так долго? Владение 5. Пробежка, пробежка, да, согласен. Замена. Вместо Курашкина вышел Алексей Зорин. Минута 48. Здесь что? Здесь у нас Грищенко выводит мяч. Кроссовер. Два очка с фолом. Денис Волконский по руке. Один мяч. Тайм-аут берет «Газпром». Минута 42. А еще ничего не ясно. Совсем ничего не ясно. Давайте посмотрим, кто у нас ближайший кандидат на то, чтобы покинуть игру за 5 фолов. Нет, у «Газпрома» никто, у всех по 2. Трое уже покинули, Ткаченко, Линников и Гусаков. У «Московского» 4 фола у 8 номера у Левцова, 4 фола у Крюкова, по 3 фола у Савулева и у Меликяна. А тем временем у нас штрафной будет бить Иван Грищенко. Может сократить разницу до 4. Ну, тоже ничего, но опять же, достаточно много. При такой-то игре, при 5 фолах у тех, у других. Грищенко точно. Ничего, а работать надо. Мазур. Волконский. Пойдет сам. Пол Меликяну. Пол Меликяну. Два штрафных будет бить Денис Волконский. Два штрафных смотрим. Первый штрафной мимо. Мимо. Волнуется Денис. Ничего страшного, Дениска. Надо бы забить второй для своей команды, если болеешь за своих. Точно. Собрался. Минута 33. Быстро, быстро. Московскому надо переходить на чужую половину. Блокшот! Блокшот Звездов! Мазур, Милёшкин, Мазур тянут, теряет мяч. Тайм-аут берет Московский. Переволновались Милёшкин с Мазуром. Спасибо.
Егоров призывает, не то что предлагает, а призывает своим идти в проход. Давайте посмотрим, здесь у нас Строилов и Перябников играют в игру, нет, разговаривают по телефону Строилов. Здесь у нас пресс-атташе Настя Куцина, Алик отдыхает, здесь другие врачи. Я бы тоже, вы знаете, иногда хотел бы сесть. Вот там вот на той половине, если делить вдоль, сесть, раскинуть ноги, взять, может быть, какой-то из напитков, ну там, может быть, кока-колу, хотя нет, не пью я эти злостные напитки, какой-то квасок бы взять, посидеть, посмотреть баскетбол, но нет, 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 приходится смотреть его с несколько другого ракурса. Грищенко пойдет сам, 100%. 2 очка мимо, Зорин забирает, забивает! Забивает Зорин! Мазур, Волконский. Фол, фол Крюкову, пятый фол у Крюкова. Пятый фол у Крюкова. Два штрафных будет бить Денис Волконский. Точно. Плюс 4 у Газпрома. Второй мимо. Это плохо. А здесь Лукин. Почему не пошел? Непонятно. Волошин, проход, 2 очка, мимо, Зорин, фол! Волконский очень грамотно свалил, потому что ни для кого не секрет, что Алексей Зорин не лучший исполнитель штрафных. Первый штрафной точен. Второй штрафной. Долго, долго. 5 секунд давно ушли. Второй мимо. На подборе кто? Грищенко на подборе. Лукин. Грищенко, 3 очка. Мимо. На подборе кто? Опять Лукин. Грищенко, бросай. 3 очка мимо. Зорин на подборе. Мимо. Что там? Зорин. Фол. Спорный мяч. И мяч остается у Газпрома. Нет, мяч остается у Московского. Плюс три у Газпрома. Грищенко. Выбивает чисто мяч у него, Дороговцев. Грищенко. Выбивают мяч. Все. Что там было? Опять аут? Я не вижу ничего. В ауте находился Мазур, я правильно понимаю? Калоши! Поставь за стол, Эдик! Что, как порадо-то? Мяч у Московского, 20:06 до конца четверти, 20 секунд на владение. То есть, в принципе, до конца играет Московский, но я сомневаюсь, что они будут до последнего играть. Грищенко, как всегда, заправляет майку в шорты. Лукин. Нету фола и нету забитого. Меликян 3. Мимо! Кто там? Волконский!
Фол! Фол Калошину. У нас здесь Миша Звездов рядом. Звездов тоже. Второй мимо. Еще и Звездов успевает тыкнуть рукой по мячу. 4-0. Одна. Все, это игра. Лукин. Не надо палить от центра. Мимо. Закончилась игра. Газпром победил со счетом 56-60. Мы поздравляем их с этой победой.